Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Я вам хочу сказать, что с этой стороны я максимально не знаю местность. Офигенно. Ну, узнаем все. Найдем. Блядь, тапки мне точно новые надо. Хуй мне голимая. Один человек нарисовал или напечатал карту. Как он это сделал, я не знаю, но идем мы уже долго. И как бы с картой мы не смиряемся. А зря, походу. Хотя, судя по этой карте, конечно, нам пизда, ребята, если что. Там что? Смотри на карту. Что непонятно? А чё, мы чё, отсюда это, сука. И идем. Мы знаем еще идти. Мы идем, короче. Карта есть, и мы идем. Да. А, это... Всем привет. Наше приключение начинается. Мы где-то в городе Таллин. Сегодня с нами девчонки. Захотят представиться. Я Алиса, анархист. Просто Аня. Погнали. Там, кстати, уже что-то шипело, только непонятно что. Да. Что за шарики, что так, это вместе? Так, под ноги смотрим. Самое главное, не идти посередине, походу. Два слова истории. Данный туннель был построен именно вот этот в 1917 году. В 1918 при отступлении с Ревеля их разбомбили. Пойдем посмотрим. До куда мы дойдем? И после того, как их разбомбили в 1918 году, строительство продолжилось уже в 1945 году. Потом уже разворовали, разгромили данные сооружения. Если мне память не ошибает, подводит в 1990 году. То есть с того времени данный туннель уже не функционирует, так сказать. Дыр в бетоне, ставили тарзанку здесь, так экспериментально. Где-то она даже, скорее всего, здесь осталась. Очень интересно. Стырили. Просто смотреть на потолок, и туда можно привязаться. У меня где-то есть фотографии, мы ставили стремянку, делали тарзанку. Фото где-то сохранились. А самой тарзанки, скорее всего, уже нету, потому что люди ходят. О, ну это телефон, давайте позвоним. Давай. Она в соц. О! Звоним? Вот такие, смотри. А, это смотрю, смотрю. А то засмотрелась она там. Ну, простите. Простите, заинтересовала там. Такие интимные, как бы, вещи. Подробности. Да. О! Мама, запомни. Сука, сейчас я вернусь, подожди. Красота. Где-то в журнал сайте. А, еще и бесплатный. Ну все. Ну, а все? Если еще и номер окажется бесплатным, да? Да-да-да. Мама, позвонишь, там какая-нибудь бабуля ответит, могут быть классно. Не будете заниматься? Так, не, мало ли она занималась, там, 50 лет назад. Будете... А, нет, тогда не было бы этих. Будете заниматься по телефону? Приятно. Давай. Что опять давай? Олег. Вау! Там молодежь, походу, наверху. И, блядь, демоны выходят. А, нет, вот здесь я помню, мы здесь видос снимали. Ну, я же тебе говорю, мы да, короче, от нашей карданки осталось только... А где тогда? То, что она здесь была. Дебиля? Да, то есть я потом попробую найти фотографии для вставки о том, что мы здесь делали тогда. Ну вот, ее нет. Суки, сорвали. Чтобы не срали еще неделю. О, Кась. Да, Кась, это любовь. Да будет свет.
А, нихуя. Но запах себе интересный, да. Так, может быть, это эти палки с припахом. С чем? С припахом. Ну, запах только, который припах. А обычным языком можно как-то? Это непереводимые для слов. Ты чего сейчас-то снимаешь? Человек облегчился, легче жить стал. О, спасибо. Понятно. Телепортируемся. Не, ну в принципе полторашки туда хорошо поместится. Я... Конечно. Что, я такая же? Мне даже одинаково. Так и я о чем? Это Тохе будет проблема. Че, пройдете? Ой, блядь, держись, меня семеро нахуй. Я сейчас с портфелем не пустил. Есть. Да у меня тут домашки еще. Антон, пригибайся. Мне еще нормально. Я еще не в таких. А мы были похожим, короче, там были бабочки очень классные. Вот, вот про это место я говорила. О, а кто это еще? Вот это еще. А, так это вот да, вот, о нем я и говорила. Потому что я помню, что был сначала холл, а потом, вот, а потом вот эти гробики. Ну а как еще можно? А, ты, что ты имел в виду, гробики? Вот. Налево-направо. Вот. Вот про это. Это получается, самое. На них лежали как раз боеприпасы, получается, правильно? Тут дизинар. Даже такой. О, посередине иди аккуратно, потому что здесь же Мисты. Провалы постоянно. Ну, чё, провалим. Провалим с тобой. Вот это моя любимая просто, я не могу прям. Такая прелесть. Реально. Так. О, золотая, да, чаша. А, время, да. О, золотое время. Да. Пардонте. Да. Короче, если видео... Потом вырежешь. Если видос наберет 1000 лайков, мы с нашей дружной компанией, у нас 4 человека, заночуем в палатках и в спальниках вот там. Я хуй его знаю, мы заберемся, конечно, но... Заберемся. Походу придется. Так что, голосуйте за нас! Да, нам сюда. Пожалуйста. Я не пойду. Поднимайте. Зачем? А кто говорил, что будет легко? Нет, а если оттуда потом спускаться, я там подниматься не буду. Нет, давайте, мы честно, в другом месте будем подниматься, спускаться. Вот, а как сейчас плавать? А тут наоборот не получится. Гора не идет к Магомеду, так что Магомед идет к горе. Он сигаровца. А я не Магомед. Сегодня ты Магомед. Ой, сука! Только на что ты мне подписал, блядь? Алиса старая, Алиса панк, Алиса не умеет так. Если бошку разъебу, ты будешь за меня отвечать. И платить, кстати. Крис, спаси меня от своего мужа. Ну и все, я присела. Чего от меня тут хотели? Ты там ползешь? Пытаюсь. Я что, ебанулась, что ли? Блядь, а я не хочу отсюда спускаться теперь, так что поднимайся. Да, я тоже собой спускаться, понятно? Я подожду, я терпеливая. Какой нахуй подожду? В смысле? Так не, Аня, они обратно потом таким же макаром спускаются, мы же дальше не лезем. А, о. Да все хорошее. А, о. Сейчас, сука, без ноги останусь, блядь, без руки. Давай, я в тебя верю. А зря, я в себя нахуй не верю. Зато я верю. Ой, ненавижу, сука, природу, если честно. И все эти ваши ебучие камушки. Я, блядь, не жучок.
Ты смотри, куда идешь, а не ори там. Не мешай, а то не дойду. А если дойду, разъебу, не надо. Бля, ребят, куда бежать? А бежать-то, сука, некуда. Бля, я реально как это, как ящерка почти. Только ящерка быстро, а я, сука, черепаха. Там только туда, там болото. Господи. В болоте хуже сгинуть, чем там, наверное. Страшные растения какие-то, блядь, палки нахуй. Тут грибов не хватает. Сейчас найдем. Ёбаный свет. Ой. В пещерах растут замечательные... Что ли, я что, ебанулся? А что ты оттуда не пошла? Я ж тебе говорил, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Магомед сейчас ваш сдохнет хуям. Я вот таких подъемов, я ж тебе объясняла вот про такое же, я боюсь. Да сюда... ничего ты не объясняла. Ты уже поборола. Я сползу к херам. Давай, прекращай. И все. Сползешь на Антона нормально, мягкая посадка. Хоть на кос я выйду. Ай. Прекращай, вот, жертвы. Не могу. Я убью тебя, жертву. Ай. Это плёвка, пикарка, я не жертва, я это. Я даже не знаю, кто я нахуй. Ну, пошли, нам придется обратно сейчас. Я теперь вас сильно не люблю, всех нахуй, тебя в отдельности. Ну, нам сейчас придется обратно вниз спускаться, мы это прикололи, чтобы ты поднялась. Магомед, вы как? Бегите. Бита моя где? Блядь. Ну как, Магомед? Ну ведь нет же, ну не обратно спускаться. Обратно. Ну ты ж поднялась как-то. Тоха, ты последний раз летал. Тебе во снах такое снилось? Не снилось? Сейчас покажу. Ты ж как-то поднялась. Не, когда бухал, летал. Да, блядь, подниматься на другое вообще. А туда нахуй. Куда? Там обвал, а все. Вообще? Там обвал, все, там не пройдешь. Там... Везде плохо. Камень в башка попадет. Совсем страшно будет. Ну хоть не сугроб. Что, ты идешь? Куда? Куда? Нам туда не надо. Не пойдем туда? Давай мы тебе телефон. А разве туда? Можно. И хоть. Вернешься. Ну иди на разведку. Ну камеру включай тогда обязательно. Может лучше без рюкзака? Я не знаю. Да, давай рюкзак, да, оставь. Можно пройти, но насколько далеко ли это? Как-то туда можно пройти. Ну а что там? Пещера. Ну потому что здесь борода. Борода это типа хуйня? Ну что, готов? Давай проверим. Естественно. Я что-нибудь скажу и попасть в короткий ролик, а ты послушаешь. Леш. То есть вот там провал, туда можно пройти. Бля, ну мы теряем, ребят. Нас остается двое. То есть вот там провал, туда можно пройти. Бля, ну мы теряем, ребят. Нас остается двое. Прощайте. Нам пизда. Ребята, я вас верю, все получится. Да. Повалились. Видно, что здесь некоторые другие. Так, держи. Держится на сопле. Вот так. Вот так. Не кричать. Медленно. И теоретически там дальше идет ход. Но я говорю, смотри, какие плиты здесь уже лежат. Че там бубнишься под нос? Говори громче. Естественно, опасность, она присутствует. Говорить громче, говорят. Но в таких местах хочется чисто молчать, потому что камни огромные. Если произойдет обвал, произойдет естественно, произойдет внезапно. Вот. Так, я прерываю свой счет. Я снимаю. Пальцы все перекрывают. Да ничего. Короче, я долбоёб, меня просили все снять, а я, блядь, я проебалась и нажала на кнопку выключения тогда, когда они уже залезли, блядь. А получилось, что я только включила видео. Короче, мы не записали тот момент, когда они туда полезли. Вот, и это жопа жопошная, конечно, но... Ну, мы... что поделать? Да, мы сидим и ждем ребят. Переверни камеру, покажи, откуда мы их ждем.
Вот оттуда, откуда-то с жопы вселенной, блядь. Вот. Ну, в общем, да, опять Алиса сыки-сыки. Сидим и ждем. Аня молодец, Аня меня поддерживает. Ой, блядь, сейчас типа... A few moments later. О, фонарики показывают. О, возвращение, блядь. Мы вас уже потеряли и похоронили вообще-то. Зря. Так, где Вовочка? Там где? Я. О. Заледенел, там до сих пор снег, прикинь. Да ладно. Реально холодно. Но об этом чуть позже. Эмоции давайте, как вы туда сходили, что там было? Я предлагаю вам спуститься и посмотреть. Я нет, там нахуй. Очень классно, вот просто столбы снега. Прикинь. На охереть. На поверхности плюс 22, там жесть. Снег до сих пор. Это вау. Ну это отдельно еще вставим, но как бы в принципе, это, ну это сталактиты. Это снег, это лёд. Это снег. А, нет. Это реально лёд. Снег. Ну, не, ну все равно он же как бы так поставлен, я не знаю. Нет. Это лед. Поэтому. А мы птичку видели. Которую все Да. Жалко птичку. Да. Чего, не поете? Нет. Мы вас подождали, мы молодцы, все. Ну, зря. Нет, я вам поверю, сколько там было прикольно. Ты же тоже поверишь? Ты что, не хочешь в очко сатаны лезть? Не, в очко сны я бы полезла, а в ледяную жопу, ну, как бы, мне зачем? Ей и так хорошо. Наше дело предложить. Наше отказаться, все правильно. Фразу не исправишь. Пожалей, Аня. Смотри, она сидит. Она хочет туда. Так полезь с ней. В принципе, туда можно пройтись, не знаю, насколько глубоко и далеко. Вот эта вот плита, которая здесь валяется, это всего лишь маленькие части того, что валилось там. И в итоге это же останется часть истории, так что прошу. Чисто технически, я туда не полезу, потому что, сука, это опасно. И мне стрёмно, да, я опять Алиса сыки-сыки, паще похуян, габар, привет. Я не полезу. Алиса сыки-сыки? Да. Алиса сыки-сыки. Кыса-кыса. Я не, сука, это стрёмно. Ну давай. Осторожно там. Осторожно, это не про меня. Максимально. Про меня это обматериться. Сука, ебануться и сдохнуть. Куда нахуй идти, вы чё? На меня? Блядство-то какое. Я думала, здесь проще. Господи. Да что мне это? Боже мой, куда идти нахуй? Я предлагал прощаться. Я не думала, что я человек-паук, нахуй. Так. Ах, пиздец, блядь. Как бы спуститься на... Нахера я маникюр делала красиво? Я предлагал перчатки. Алис! Ты не говорил, что здесь будет жопа. Ну, так это не жопа. Ай. Ну нихуй! А, блядь! О! Вот здесь я, конечно, потеряла страху. Блять, как это эпично же! Пизда просто! Ты охуительно! Давай повернись сюда, посмотри. А ты, конечно, ты это видел? А теперь смотри, как я спускаюсь! Пусть все видят мои жертвы! Как я тут такая... Я как котик, можно я не пойду сюда? Ну можно, но тебе придется одной спускаться там и искать нас. Две локации. Почему вы меня так любите? Что вам сделала? Я хороший, благовоспитанный человек. Аккуратно там, где-то камень шатается. Да Иисус, сука, все шатаются! Не кричи. Я не могу. Да, желательно здесь не кричать. Я в ахуе. Это же в ахуе. Не, ну не так. А то у меня сейчас паника начнёт. Слушаем звуки природы. Вот он, природа. Ох, блядь, какое. Всё. Сиськи мои на месте хотя бы. Включай свой фонарь на лобник. А, включай? Да. И let's go. Спасибо.
И после нескольких часов брождения по вот этим туннелям мы подходим к финальной точке. Так что идем дальше. Идем. А, ты все это снимаешь, да? Вот пизда. Так, а потом придется кого-то запикивать. Ага, это глина. Ты смотри, не упади, вот ты любишь. Я, да. Ребятушки, смотрите, вот с этого места начинается храм, в который мы шли несколько часов минимум, чтобы показать вам его. Офигеть. Здесь есть человек, который приходит, поддерживает чистоту, ухаживает, так сказать, проводит здесь свои ритуалы. То есть, такое вот священное место у нас имеется. Ну это же нужно было так, все сюда притараканить, поставить, прилепить. К сожалению... А, нет, по-моему, еще осталось. Здесь была книжка, где можно было написать... Вот. Вот там, он? Да, можно написать свои отзывы, короче. Если хотите. Если кто там, я не знаю, относится к данной религии, сюда бывает приносит какие-то напитки, оставляют. Монеты оставляют. То есть монеты уже настолько давно лежат, что они все уже заржавели. Ну ничего себе. То есть здесь приходят люди. Кстати, я приложу маленькое свою лепту в этот храм. Это я передал в свое время. Ничего себе. Что там? Вот данного бога. Шива. Это ты принес? Да, я передал для данного храма. То есть, а так человек приходит сюда, не знаю, поклоняется, либо молится, мне сложно сказать, потому что я к данной религии никакого отношения не имею. Поддерживают чистоту, насколько это возможно. Ну, эстонский флаг здесь, конечно, интересно выглядит. Но все-таки мы находимся хоть в Эстонии. Что-то знакомое. Не, ну это мощненько, конечно. А это... Блин, я забыл принести эти, как его... Этот? Я хотел благовоние взять, забыл принести. Зажечь тут, воскурить, так сказать. Блин, что-то заранее не сказала, но тоже приперло. Мы можем проверить данный храм на наличие радиации. А вот это уже интересная тема. Для этого... Выйдем отсюда радиоактивные. Для этого мы достанем... определенный прибор. Да не, нормально. Ой, мне на бошке что-то капнуло. Радиоактивная вода. Походу, теперь меня проверяют, сейчас будет там... Или какой он звук должен называть? Не, он как бы показывает норму даже. Может быть, чуть ниже. Ну как чуть ниже? Так, а две цифры, что из них... На что из этого смотреть? Тебе потом. 22 фон. Тебе кто-нибудь в комментариях потом. Остальное накопленное. Мне это в комментариях, знаешь, когда пошлют. Ты смотри, если этот как его. Но. Тебя с работы погонят. Если что, это мы не привезли с Чернобыля, это тут местное. Ладно. Проверим в другом месте позже. Надо было этих проверять. Монахов. Нет, кто они там? Буддийские скульптуры, короче. И же хрен знает. Слушай, они же там... Одна без головы. Уже? Что там? Без головы. Вон, буду без башки. Ой, что ты мигаешь-то? Я тебя не просил. Я немного читал, но сейчас уже как бы это... Все не вспомню. Там есть Будда настоящего, Будда прошлого, Будда будущего. Я думаю... Но белое, наверное, будущее, потому что светлое. Я думаю, человек, может быть, который все вот это здесь сделал, напишет нам в комментариях. Мы ему отошлем, что мы приходили в гости, не нарушили ничей покой, а просто посмотрели, наверное. Показали людям, что и такие места у нас есть. Наверное. То есть не просто обычная пещера, да, переделанная в храм буддийский. Прикольно, как бы.
Это не обычный храм, а храм, который сделан где-то внутри, в туннеле, в пещере, то есть. Как минимум, так, простите, пожалуйста. Сейчас я тут немножко нарушу. Прикинь, мне этот КЦФ, я ему передал, он говорит, ну это как бы немножко другой бог. Я говорю, ну с той же религии как бы. Кюрлё Листерана старый и новый. Хотите старый посмотреть? Полистай. Держи. Не сырой. О, нормальные тут вообще письмена, это же это как раз, что-то индийское. Угу. О, сердечки, Оли Тора, 23-й год. Так, я здесь был, наверное, года два назад. Тик-ток, тарелка супа. Кого-то зарекламировал. Ну блин, это такой неклёвый. Как можно мимо этого пройти? Ну, кстати, старая она не до конца заполнена. Да? Да. Ну что ж, будем. Она отсырила, походу, все. Интересно, если я на русском напишу, как бы нормально. Мне сейчас эстонского не хватит. О, даже ручка пишет. Как экспириенс по-русски? Опыт, вот, вспомнила. Я написала, я молодец. Кто следующий? Я пас. Я почерк даже буду не разбирать. Он поймет, что... Давай, пиши канал Вова Череп. Ютуб Вова Череп. Вова Скул. А, ты же не напишешь на английском. Просто напишу, что здесь был. Слышь, ну нифига себе у тебя там... Так, положите крайне аккуратно, потому что это все-таки говно, оно скользкое. Ну как вам эмоции? Не ебуть. Я пока что пытаюсь выжить. А, ну это тоже. Только зря не снимаешь опять. А, снимаешь? Ай, мокро. Ой, прям нагло. Ай, все, пизда, приехали. И прикинь, ты посмотри, там еще не видно выхода, сколько нам идти. Ребята, вы сегодня будете моими не фаворитами. Ну, это будет сегодня, ладно. В следующий раз все равно же подпишусь. Мне нужна эта фотка. Здесь лучше не кричать. Туха, отвернись. А? Да. Бля, ну нет, все равно. Ну, то у вас не было руки, можно помнить? То это просто с прошлого Тока года. Тока снимает. Это соль. Это соль? Да. Конечно. А если лизу? Не надо. А что, я грыз, это самый чистый снег, он проходит всю породу. Это то же самое, что вода с источника. Ебать, ну конечно, снег, он холодненький. Да. Ого, я пойду помылась, все. Сейчас, отвернись, я сейчас сяду. Что вы? Слушай, я не была готова купить это шерстное. Что? За шиворот. Вот чтобы вы понимали. Просто не я себе. В конце мая, прикинь, чтобы вы понимали. Не, в конце мая, во-первых, нифига себе от меня идет пар, во-вторых, вот, поверни сюда. +22 на улице. Вот, да. Вот это просто нереально. Я таких вообще в жизни не видела. Это так выглядит, как будто для съемок нереального фильма. Это, ну это вау. Нет, спасибо, что затащили, но все равно я тебя буду не любить. Но это другой вопрос. Ну ничего, если я отсюда выйду
Даже не со сломанной рукой же ногой. Не, все будет хорошо. Нам как раз таки отсюда выходить. Ты не хочешь возвращаться. А возвращаться от него ты не хочешь. Какой фильм? Там, где девчонка выбирался из логова Даркона. А. Угу. А. Ага. Ну вот сегодня с логова дракона выбираетесь вы. Походу, да. Класс. Твою мать. Твою мать не надо запить его, да? Да ничего. Я вообще хотела сказать очень много мата, но я понимаю, что у вас там будет такой слишком длинный пип, там люди устанут слушать. Поэтому просто пип. Ну, выглядит офигенно, да? Пип вообще нереально. Вообще нереально. Это... Как тут? А теперь, Магомеды, мы поднимаемся наверх. А теперь, Магомеды, нам пизда. Но мне так точно. Давай. Ебать, эти руки запачкала, я нашла, где их помыть. Блин, вот, все, я всю глину смыла, я молодец. А ты зря смыла, тут еще наберешь. А есть бутылочка? Есть бутылочка с собой, я туда наберу и себе на ручки полью. Так там капает. Чукча, Чукча не дурак, Чукча наверху капает. Чукча есть не хочет, я поняла. А у нас вода есть. Да, есть 1,5 литра. И куда мне? Наверх. Наверх куда? Делаем привал. Отдохнем, попьем чайку. Потому что нам еще вниз идти. Туда. Вы думали, что все? По-моему, у нас где-то очень сильно. Это же офигенный экспириенс в жизни, Алис. Запикивай. Твою мать, иди, сука, нахуй, бля, пидорас ебаный. Я, блядь, заебалась сюда пиздюхать. И это просто, блядь, нереально! Но я добралась. Да, я долбоёб. Все, снимаю. Нихуя себе, короче, это наш перерыв на чаёчек. Тоха прям подготовился. У нас все по фэншую. Кто-то стоит ленится и радуется жизни. А кто-то просто в ахуе немножко, да? А я вообще пиздец, блядь. Чай волшебный. Чай волшебный. А, бля, выглядит как шоколадка. Покажи ближе. Это не реклама. Блин, прикольно, реально. Чай хороший. А это что, китайское что-то? Да. Да. Нихуя себе. Пуэр. Пуэр? Сам Конченый прислал нам. Доставка на дом. Блин, это прикольно. Ну, кстати, как здесь тепло, и как вот там, сука, было холодно. Это просто, ну, ты нихера себе. Кстати, показать, откуда ты вылезла, и где ты сейчас, и куда тебе... Если я туда встану, я туда же ебанусь. Нет, это на моё место. Хочешь, на, пожалуйста, телефон. Подойди ко мне. Я что, ебал? Ну, мы вместе, я тебя за ручку подержу. Спасибо, подержал уже. Ну, в общем, она оттуда вылезла? Как тебе? Ну, Алиса в ахуе. А нам еще лезть туда? А ты знаешь, что нахуй это туда? Я туда не полезу, а вот ты, да? Ну, ты можешь как бы тут остаться, у тебя варианта два. Нет, ты или назад идти. Сука, я за траву подержусь, я наверх пойду. Кто это еще узнал где-нибудь? Я давай. Говорю, кружка горячая. И на тюрьме тоже были железные кружки. Мы из пакета делали типа канатика тоненького. И плетенкой вот эту часть заматывали. То есть, когда утром дают горячий чай, ты берешь, а кружка не горячая. А, нифига себе. Поэтому, если я на днях съезжу в Руму, я найду там кружку, сфотографирую, покажу, как это делалось. Кого вот найдешь? Кружку, именно в тюрьме. А ты прям думаешь, что так все осталось? Есть, да. Не растащили? Надо, кстати, их в тюрьму затащить. Не, ну я бы хотела, конечно, но, бля, это же бы проще, чем вот это вот все, да? Да. С одной стороны проще, с другой стороны как куда бы... Куда ты хочешь, в Руму? Нет, еще. А в какую? Ну, можно в Руму, что? Не, а в какую? В которую я хотел, как бы, нежелательно. Чем-то грозит? Ну, ничем не грозит, в принципе. Просто, может быть, придется выбрасываться оттуда быстро, включать пятую скорость. Бегать умеешь? Бегать, да, быстро вылезать, нихуя. Ну,
побегу, я во всех школах почти первая была. Обстоятельства научат. А так, блядь. Заставят. Ребят, тогда просто 200 метров это Алиса скорая. Поэтому мне сердце уже будет откачивать, я же старенькая уже, я все. Бля, не, ты поехала, Кость? Ань. Можно просто у вас, это, как у вас, съездить в тюрьму, в которую можно попасть. Просто съездить в тюрьму. Не, я имею в виду, в которую можно официально попасть. Оставить. И ну. Показать. Но батарея вам закрыта. Нет, батарея неинтересна, батарея смотреть нечем. Можно на Руму сводить, там у вас показать, там хотя бы есть что показать. Еще. Я знаю, там женская тюрьма была. Женская тюрьма была в Харку. Она здесь рядышком. Да. Не, про Руму как раз говорили, что нет, там вот... Женская, нет, женская в Харку. А, да? И она здесь. Она рядышком бывает здесь. Получается. Бля, ну окей. Простите мне домашние штанишки. Вы только Мурзика видели, а теперь не только. Я новую педаль одел. Что тебе? Серьезно? Да. У меня были с собой старые, но мне надо было переодеваться. А я еще новые не купила, я решила эти доебать, и походу не зря. Ну, если, конечно, вылезешь, то денешь новые. Это, не, ты пару букв потерял, если выживешь. Если выживешь. Да. Помните меня молодой и красивой. Нажми, так? Держи. Вот. Так? Да. Только не говори, что ты не спустишься. Да мне же деваться некуда. Ну чё, я чё тебе лапу даю? Спустишь? Да потому что я иначе ебанусь здесь. Нет, ты не это. Не жертви. Ты зря мне не дашь. Мне. Ты аккуратно. Это ты трезвая, я не сильно. Смотришь, куда одну лапу ставишь, смотришь, куда вторую лапу ставишь. Лучше отсюда, где я. Нежелательно трогать верхнюю породу. Уже похуй. Потолок вообще лучше не трогать. С него падает. Да-да. Ну, неожиданно. Главное, что людей помнят. Ну, пройти нам 3 шага. Сразу холодно стало. Как красиво. Так, стопэ. Вот свистит туда. Свети тоже туда. А, вот, да, держитесь. Да. Так, Вова. Повернись ко мне в пол. Нет, да. О. Смотри каждый раз, куда ты свою лапу ставишь. Не пытаюсь. Вот. Что случилось? Что это? Да ладно, фоткай. Кто там? Если я не ошибаюсь. Фоткай, потом разберемся. Стой. Что ты там нашла? Звонки, говорю. Ну, по крайней мере, похоже. Кость. Да, это позвоночник. Да, кого-то съели. Какая грусть, печаль. Там еще сзади тебя странный пакетик. Давно. Снимай все это. Ты снимаешь? А. Бля, ебать! Ладно, раньше не знал, как тоже. Ну что вы, Магомеды? Сегодня... Иди, знаешь, куда, радость моя? Магомеды. Ко всем чертям. Когда ты бы еще так отдохнула? Это отдых? Да. Я не знала. Это вообще кайфовый отдых. Не умеете вы отдыхать? Это не отдых, это называется... О, забор. Ёбаный трешак. Давайте. Аккуратней, только не свались туда. Вообще не обещаю. Это мне, блядь, так мощно выглядит. Только туда смотри. Это так классно. Сейчас еще туда ебанусь, будет еще класснее. Не надо. Я бы предложил еще оттуда
пройти. Тихо, нахуй! Но я понял, что уже нет. Не все готовы. О, у меня ножки уже не выдержат, я старая, меня подкашивают. Не, туда я не полез. А я предлагал. Ты был мечтой моей хрустальною. Ай! Да хуй его знает. И что это надо? Я туда? Не ожидал от тебя таких песен. Да ладно. Да я вообще умею. Ну и вот тут как бы, в принципе, и шансон, и земфира. Все фоткаются. Все. Вот на этом. А дальше еще? Конечная остановка. А нет, дальше нам оттуда на жопе вылазить. Можно съехать? Сейчас глянем. Ну, типа, мы же не пойдем вот там вот этим не. Потом обратно. А что, не хочешь? Нет, нахуй. Я уже готова. Ты фотки-то не будешь делать, Саня? Ты не такой. Коль, ты куда пошла? Ты оттуда не слезешь. Ну, типа... Ну, зато здесь тропинка. Нет. Нам вниз. Это не... Не, мы можем выйти здесь. Не, это не входит в наши планы. Мы должны спуститься там. Здесь хотя бы безопаснее, чем по телу. Если не боишься, ты можешь подойти сюда, и я вас фоткаю. Из наших планов вообще нихуя из этого не входило. Не, туда, я думаю, мы не будем спускаться. Там что-то... А куда мы нахуй будем? Наверх. Да, там болото. В смысле? Ремонт. А то тут наверху люди ходят. Квакнуть, цивилизация так-то. Слышишь? Алис, ты там где? Я проебалась, а что? Блядь. Эх, посади в жопу. Господи, за что мне это? О, нихуя себе. А вы серьезно думали туда идти? Да. Ты издеваешься? Я не здесь. Не, подожди. Давай, давай. Ну как хочешь. Опа! Стрёмно. А что дальше? Наверх? Я так не умею. Я тебя подтяну. Погоди. Только если поздно наверх, блядь. Сейчас. Ай! Тихо. Ай, всё. Осторожно. Ну что ты жертвишь? Я не жертвлю, я лапку. Просто не умею. Поднимай лапку, осторожно. Осторожно, не ползи. Там провал? Да я вижу уже. Там пизда, блядь. И тут тоже. Два раза. Видишь, как бы, ну, скорее всего... Скоро это все. Да, это как бы все вообще уйдет. Провалится? Ну смотри. А это разлом, что ли? Да. Все уходит под землю. А. Ну, то есть, это проседает, понимаешь? Вот эти все пещеры, они... Ну, кроме, может быть, первых двух, ну, и вот этот третий, который затоплен. Ну, я думаю, они со временем тоже со временем все вот эти просядут. А так это вот выглядит вот такой разлом. Фу. Все живы? Да. Не, я сдохла. Я сдохла еще, блин, 40 минут назад. Ну вот видишь, нормально все дошло. Ай, мне не светит. Я раз под дыху давали. Ну, короче, там пропасть. Нет, туда фонарик не дотянет. Ну да. Не-не. Не пробивает. Ну, с фильтром, я же говорю, поэтому надо еще... Нам надо еще раз спуститься, пройти. Не забыли на этот момент. То есть и там... Конца и край не видно. Я не спущу. А ты этого. Можешь прилечь на травку и сказать, ага, твердая земля под ногами. Да, да. Сторис, сторис, сторис. Не, это для фотки, смотри, как красиво. А-а-а. Иди сюда еще, я специально встала, чтобы солнце было за этим деревом. Это, блин, это очень красиво. Я могу тебе подсказать еще один лайфхак. Если ты где-то на местности она видишь вот такие была. Столбики, то... Это, значит, сейчас мы поближе сделаем. Ну. Вот такие столбики. Ну. Это, значит, военный объект какой-то был. Заебись, просто ебашится. Ну, так это и был же военный объект.
Был. У нас сейчас опять заново все объекты военные, блядь. Куда можно было до этого, теперь уже нельзя, потому что за что? А у нас там учение, нихуя себе, здрасте. Ну шо вы? В какую шо сторону мы? Нам идти? А нахуй-то куда? Сейчас. Сегодня с нами была Алиса и Аня, анархист. Сегодня с нами была Алиса, анархист и Аня. Ссылочку на ТикТок и Инстаграм мы оставим в описании. Спасибо. Ну как, впечатление? Вот это вот бит, тебя ёбнуть, вот такие впечатления. Не, по факту, конечно, прикольно, но, сука, есть вещи, о которых нужно предупреждать немножко заранее, потому что я дохуя к чему была не готова, и это, сука, очень сильно влияет. Но, не, спасибо, конечно, но градус доверия, конечно, сильно упал. Ну, а впечатление вообще о том, что такое сталкерство и диггерство поменялось? Я не знаю, у меня, наверное, они были неправильные. Я немножко как-то... Я такая чистенькая диггерша, знаешь? А, нет, стоп. В амурной. Да. Приехать пофоткать, чтобы нет, было открыто. Залезть красиво там в открытую дверь. Если не открыто, ну, приоткрыть, ну, хотя бы в дверь, знаешь, не в окно, не в стекло там, не через катакомбу, вот, не то через это. Как бы по такому трешаку тоже не лазил? Нет. У меня все были культурные. Да, у нас было, когда мы втроем залезли, блин, завод, короче, в Копле, около моря, я не помню, как он называется, вот, туда нельзя было, но там была абсолютно открытая дверь, она даже, там дверей не было, там был заход, вот, мы такие, нихуя себе, залезли, посмотрели, так красиво, такие, блядь, как же это круто, пошли на второй этаж. Вот, и в какой-то момент, а нас трое было, и друг мой, он такой, мы с фонариком были. Он такой, фонари в пол, и я такая, просто вот так вставила, такая, все. И мы идем, и мимо, а мы второй этаж, мимо проезжают менты, и мы такие, а нас здесь нет. Мы прикинулись рыбками, но, кстати, нас и не заметили. Вот такое я люблю, это было пиздато. То есть ты любишь бегать от полиции? Блять, вот это эмоция. А там, где я чувствую себя шею сверну, это такие... Это тоже эмоции. Это слишком трешовые эмоции. И, кстати, те эмоции, которые, скорее всего, я постараюсь забыть, потому что мне было стрёмно. Не, ну, в общем и целом, это было прикольно. Я же говорю, блять, сука. У нас тут на протяжении всего видео уже. Алиса сики-сики, да. Я этого не стесняюсь, реально. Я такая, да, и да, я такая. Окей, я не весь ржак готова терпеть или делать. Сука, сколько я сегодня сделал, да, блядь, я так тоже умею, нихуя себе. Ну ладно, это, не, за это спасибо, это было очень интересно. Нет, ты большая молодец, кстати. Я думал, когда ты там сказал, уперл, сел, и все, я никуда не полезу, я думал, ну все, короче. Да, контента, блядь, не будет. Если бы ты мне не напиздел, что мы через это вылезем. А, кстати. Мы вылезли. Да, получается, ты не напиздел. Нет. Я же сказал, мы пройдем туннель, и мы вылезем. Блядь, мы поднимемся, блядь, и выйдем. Туда все молодцы, получается. Это реально. Нет, там был в какой-то момент такой. А что ты думаешь, мы туда дальше полезем? Нет, мы обратно пойдем. Я такой, ебать. То есть я вот на вот такой склон поднималась. Чтобы с него что, жопой съезжать? А где мой поджопник, это яблочко? Я такая, гиб. Ну, короче, да, там я сильно потерялась. А в результате мы прошли столько... Да, я видела эти... как это называется? Земные стол... Нет, не земные. Это лёд. Зимние. Это лёд? Смотрите? Да, лёд. Это было очень круто. Бля, ну реально, такого я бы не увидела. Если бы я осталась там, я бы не увидела. А, ну и плюс, если бы я осталась там, вы меня нахуй не нашли, а я вас. Ну, да. Это круто. Поделились эмоциями. Ну, не знаю. Детство вспомнилось. В детстве лазила? Да. По заброшкам, по катакомбам. Все, что рядом было, все облазено было. За Таллинск. Да. А. Здорово. Вам лав. Мы зимой. Че, мы едем по домам. Видео выйдет позже. Смотрите.
А вообще еще тизер нужно снять. Ой. Только ну так-то нельзя. Аня, отвлекать не будем?